Ага. Ух ты. Не звонит, а звонит. 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 Мусоропровод. Да я знаю, тут нет лифты. Звонит. Одновременно. Одновременно это в один раз, в один момент. А одновременно это в одно время. Время, понимаете? Мусоропровод, потому что проводит. Торты. Ну, правильно, вроде так. Лифты. Звонит. Одновременно. Я общаюсь с такими людьми, которые на это вообще внимание абсолютно. И еще и в минусе далеко. Торты. Лифты. Да. Звонит. Правила, конечно, нужно придерживаться, но главное вообще говорить четко, разборчиво. Наверное, торты. Торты. Ага. Я думаю, заморачиваться стоит, все-таки это наш родной русский язык, да? Мы живем в России и должны все-таки правильно писать, читать, говорить.